Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Боже, какой мужчина. Да, сержант Серега. Ага, скачал. Вот, еду. В соседнее село еду. Да, обмывать. Ага, да. Чё смотришь? Заходи по ссылке, скачивай армату, вместе поедем. Погнали. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с гаража угнав папину победу. Всем привет, с вами Владус, сегодня у нас очередной обзор мода. Скорее ставь лайкос! И сегодня у нас довольно интересный мод, но довольно маленький. И простенький. Этот мод добавляет всего лишь 5 вещей. Зато каких! Итак, он добавляет всего лишь 4 крюка и одну пару ботиночек. Сейчас я вам расскажу. Первый крюк, вот такой вот простенький крюк, на котором вы можете так забраться, постоянно перехватываясь. То есть у вас не получится забраться просто вот так вот взять и подпрыгнуть. Нет. Вам нужно будет сделать вот так, потом еще, и еще, и еще. Можно даже держаться так в воздухе. Во, хорош! Я в воздухе, тихо. Крафтится он наипростейшим способом, кирка и поводок. Он, кстати, довольно длинный, зацените. Оп, хорош! Вот до того дерева дотягивается. Вот это нормально, вот эта тема. Но если вы как-то неудачно зацепились, то можно либо подпрыгнуть, либо просто нажать правую кнопку мыши. Все, в принципе, очень просто. Ну что ж, перейдем к следующему крюку. И он довольно офигенный. Видите вон ту башню? Смотрите. Оп. Просто на споке. Офигенно. А вон ту башню, видите? Не вопрос. Спокойно, это офигенно. Это просто нереально круто. Это кошерно. Он просто нереально длинный. И при этом еще притягивает с офигенной скоростью. Это одно из лучших средств передвижения. Как вверх, так и в любую из сторон. Так что если вы вдруг захотели кого-то послать, то можете дать ему этот крюк в придачу. Но выбор ваш, конечно. Давайте еще раз. Хорош! Это просто суперски. Он крафтится наипростейшим образом. Тот прошлый крюк и поршень. Все! Это все, что нужно для такой офигенной штуки. Это даже не посчитать читерским, согласитесь. Здесь все, в принципе, справедливо. Также есть у них определенная прочность, но о ней чуть позже. А следующий крюк, это почти крюк. Это палочка, эндер-палочка. И вы, конечно, подумали, да, я вот сейчас тыкну и тпшнусь вот туда. Но на самом деле нет. Ее функция чуть-чуть другая. Если вы захотели вверх, то вы просто нажимаете сюда, и вы подлетаете просто на тот уровень, на который вы нажали. Это четко. Но на самом деле, с названием эндер логичнее, конечно же, было сделать телепортацию. Но и так классно, потому что, смотрите, оп, и вы залетаете именно на этот блок. Просто не парясь. А если вы захотели, например, в сторону, то смотрите, что будет. Ну, захотел я вот туда. Она вас туда не дотянет. Она вас всего лишь подтолкнет туда. Не более. Ну-ка, еще раз попробуем. Хорош! Ну, все равно не дотягивает. Видимо, у нее есть определенная траектория, по которой вы летите. А высота, конечно, уже определяется только вами. Но это все-таки суперски. Мне это нравится. Но все же вот этот крюк просто офигенный. А, да, чуть не забыл. Палочка крафтится вот таким образом. Ну что ж, а следующий крюк это эндер-крюк. И зацените его функцию. Вы зацепляетесь, и в принципе вас только чуть-чуть тащит вперед. Что вы делаете? Левая кнопка мыши и... Тю! Взлетаете на эту высоту. При этом вы не отцепляетесь. Он очень похож на первый крюк, но первый крюк такого не может. Ну вот зацените сейчас. Тю! Просто хорош! И можно вот так вот просто кружить около этой башни. Блин, офигенно. Прикиньте, на какую высоту взлететь можно. О! Ну что ж, это на самом деле все крюки, которые добавляются. Еще добавляются вот такие ботиночки. Уже их кто-то просто узнал по текстуре, как это сделал я. Они очень похожи на ботиночки из портала. Но когда вы их одеваете, это обычные алмазные отстойные ботинки. Ну что ж, как вы и догадались, они, конечно же, вас спасают от падений. Просто вы падаете, и вам ничего не происходит. Крафтятся они вот так, алмазные ботиночки и шерсть.
Теперь понятно, почему у них текстура просто алмазных ботиночек. Ну что ж, у всех этих крючков есть своя прочность. У Эндер крюка у нас прочность 500, и у этих двух тоже по 500. И самое интересное, что и у ботиночек, и у Эндер палочки прочность бесконечная. Просто бесконечная прочность. В этом, конечно, есть чуть-чуть читерство, да. Но, судя по тому, что делает эта палочка, здесь читерства нет никакого. Ну что ж, а на этом все. Этому моду я ставлю оценку 5. Но 5 с минусом. Пишите, какую оценку ставить вы! Подписывайтесь на канал, ставьте обязательно лайкос, не забывайте! А с вами был Владус, всем до новых встреч и всем пока!